уважаемые друзья, уважаемые гости, мы поступим сейчас следующим образом. Немножечко, может быть, все устали, но с другой стороны, все познакомились, меня хорошо слышно. Пожалуйста, поднимите руки, кто является нашим партнером. Практически все. А кто является только инвестором? Только. Я только. Я вижу, что у нас в зале все наши партнеры. И вы знаете, мне вот хочется приветствовать вас, как всю нашу большую европейскую семью. И, как говорят самые близкие люди в большой, доброй семье, богатой семье, мы будем сегодня говорить так, мне хочется говорить именно с вами так. Потому что именно восьмой этап, мы дальше пойдем в очень серьезной такой большой сцепке. Восьмой этап очень серьезный, очень такой значимый. Если Инетта говорила о седьмом как о переходном этапе, то восьмой будет просто стремительный. И как в любой семье, мне хотелось бы прямо сейчас, выходить на сцену не нужно, но поднять очень важных людей, очень значимых людей, которые делают дополнительную, очень серьезную работу в наших европейских странах. И это наши региональные лидеры. Я хочу, чтобы вы знали, кто в нашу семью несет деньги. Пожалуйста. Я прошу просто подниматься вас. Знакомьтесь лично. Германия, Жанна Гентилини. Пожалуйста, поприветствуйте. Вы можете вставать со своими группами, но я называю просто ответственного человека, к которому вы будете обращаться в последующем. Вы можете рекомендовать ваших друзей в этих странах и так далее. Поэтому вы можете вставать со своими командами. Добро пожаловать. Словакия, Чехия. Франтишек Соло. Франтишек Фрама. Бельгия, Голландия, Владислав Волков. Швейцария, Австрия. Том Фрелингер. Финляндия, Швеция, Владимир Маслов. Литва, Латвия, Инетта Аджене. Конечно, партнеры, пожалуйста. Да, партнеры, пожалуйста. Партнеры, пожалуйста. Команда, лидерский совет. Спасибо вам. Да, лидерский совет. Литва. Давайте все в Словакии. Да вставайте уже все. Эстония, Ирина Волкова. Хорватия. Балин Варга. Польша, Наталья Филтак. Наталья нету. Коллеги, кого я забыла? Поднимите руку. Ну, никого не забыла. Коллеги, мы еще раз вас приветствуем. Вы могли бы обратиться, развернуться ко всем, чтобы вас увидели, познакомили. Вы можете подходить, знакомиться. Вы можете смело этим людям доверять. У нас очень четкие правила, у нас никто никого не переманивает, у нас за это закрывается личный кабинет. Поэтому будьте спокойны и в этих странах приглашайте своих друзей, своих партнеров для дальнейшей работы. У нас в восьмом этапе, я еще раз напоминаю, для всех уже региональных лидеров и тот, кто планирует им стать или расширять команды, есть определенные требования восьмого этапа. По-прежнему, на сегодняшний момент наши региональные лидеры – это те люди, которые делают дополнительную работу в своем регионе, обслуживая без исключения все наши структуры. Я хотела бы поднять сейчас нашего руководителя иностранных переводов Эва Стенман. Пожалуйста, познакомьтесь. Кто еще не знаком?
И у нас предстоит большая работа. Так вот, по поводу требований. Коллеги, восьмой этап для наших региональных лидеров подразумевает также работу по инвест-проводящей системе. Это все, что связано с этим. То есть это и иностранные переводы, это аренда помещений, проведение дополнительных мероприятий. То есть наши региональные лидеры, это наши региональные спикеры. Это все, что связано с расходной частью, как я уже сказала, по переводам, по дополнительным материалам и рулапам. Возможно, в ближайшее время, уже в восьмом этапе, к сожалению, сегодня Виктор не дошел до нашей рабочей встречи. Я хотела, чтобы он подтвердил этот момент, что мы можем уже давать официальную рекламу о самой технологии. Да, то есть буквально сейчас у нас в России планируют делать очень большие такие стенды уже на 10-этажные дома. И мы на рабочих встречах обсудим конкретно, что мы можем делать в качестве рекламы. Возможно, это уже в метро и так далее. То есть вы понимаете, насколько мощно и веерно это развивается. Я прошу внимания. Сегодня мы очень быстро, очень компактно тоже это все проговариваем. У нас сегодня никаких занудных тренингов, у нас сегодня никакой сухой теории, мы идем в живом потоке очень быстро и говорим на нашей рабочей встрече, что мы делаем дальше и как мы это делаем. Поэтому я хотела бы передать сейчас слово человеку, который делает очень хорошие результаты. Я хотела бы попросить вас перед этим поднять руки, кто знает, как сделать хороший результат. Давайте все посмотрим. Поднимите руки, кто знает. Посмотрите. Так, ну это 0,03% всех. Тогда следующий вопрос такой. Скажите, кто готов выйти и показать, рассказать на собственном опыте, как он это делает? Ни одной руки. Да, и поэтому я хочу пригласить на сцену человека, который не просто знает, умеет, а делает это. Это человек, которого я очень уважаю. И на сегодняшний момент структура этого человека делает практически 30% результата всех покупок, это большой процент, немного всех поправляю, инвестиций. Да, всех инвестиций общего объема. Наш общий объем прошлого месяца 2 миллиона 10 тысяч покупок в личном кабинете. Я не говорю уже хвостик. Инвестиций. Ну, покупок инвестиций, да. Поэтому это очень хорошие результаты. Поэтому мы от, как говорится, скудных тренингов переходим к серии мастер-классов от наших экспертов. И я приглашаю очень уважаемого нами человека. Это Франтишек Солар.